Хоть вы, женщины, по природе чувствуете себя правдивее, честнее и лучше, потому что у вас такая природа. Даже я изучал мужские и женские числа, допустим, мужские числа 3, 5, 7, 9. Я просто, у меня есть лечение камнями, там пластины на спину ставлю. Три пластины ставлю, никогда не лечит. Три пластины, 5, 7. У человека есть два числа, мужское и женское. Допустим, у меня два числа, 3, 4, это мои числа. У кого-то будет там 5, 6, там 7, 8 и так далее. Понимаете? 1, 2. Ну, то есть у каждого человека свое число есть в жизни, которое ему помогает. Но мужские числа никого никогда не лечат. Они могут рассосать опухоль, могут тонизировать. Но чтобы снять воспаление, вылечить человека, чтобы у него успокоился организм, никогда мужские цифры так не будут действовать. Только женские. Две пластины ставят, человек расслабляет. Три напрягает. Ну, то есть женская природа по-любому лучше. Она по-любому лучше мужской, женской. Да, четные женские. Четные дни женские тоже. Нечетные мужские. Мужские дни тяжелые. Вторник там капец. Четверг капец. Суббота капец. Ну, то есть тяжелые дни, как бы. Дни такие давящие на человека. Вот. А женские — понедельник, среда, пятница, такие расслабляющие. Это же нечетные. А? Понедельник, среда, пятница. Ну, смотря как считать. Ну да, можно по-разному. По-энергетически понедельник, среда, пятница — это четные числа. Понедельник — это Мундей, день Луны — это женский день, Луна — это женская энергия. Среда — Меркурий, это женская планета Меркурий, Юпитер — мужская. И пятница — Венера, женская энергия тоже. Это четные дни, ну так, если энергетически смотреть, то четные дни. А по нашим это исчисление нечетные. Воскресенье должно быть первый день. Это тоже это. Воскресенье — это нечетный день. Ну, как бы вот так. Правильно, если. Правильно. Вторник — это третий день. Четверг — пятый. Пять — это с Юпитером связано. Суббота — семь. Вот. Ой, суббота. Семь. Угу. Потом первый идет уже. Мои хорошие, мы говорим сейчас об отношениях. Нечетных, нечетных. А для мальчика зачатие вторник, четверг, суббота. Для девочки — понедельник, среда, пятница. Женские дни. Женская энергия сильнее, девочка рождается. Мужская сильнее. Вторник — это мужская энергия. Мужская энергия сильнее, мальчик рождает. Но я не меняю последовательность дней, я просто вам говорю, как это энергетически. Вы же согласны, что вторник и пятница — это как бы, я конюкам понятно, что разница. Вторник — это мужской день, Марс, а пятница — Венера, женский. Коню понятно почему, потому что конь различает женщину женское.